Привет, друзья! С вами Светлана Дианова, и сегодня я рада представить вашему вниманию интервью с замечательным, душевным и очень тонко чувствующим прекрасное человеком, настоящим мастером с большой буквы, дизайнером вечерних платьев Ириной Сухановой. С Ириной я познакомилась благодаря другой Ирине, королеве народного карнавала Ирине Гончаровой, с которой мы дружим уже пару лет, наверное, но чувство такое, что знаем друг друга чуть ли не всю жизнь. Проект Ирины Гончаровой «Народный карнавал» и наш проект «Жизнь прекрасна» очень созвучны и похожи по сути, потому что мы в наших проектах объединяем мастеров, чтобы вместе делать нашу жизнь яркой, творческой и интересной. И мы, конечно, часто пересекаемся на самых разных мероприятиях, на наших выставках вышитых картин и Ириных карнавальных шоу, вечеринках, фотосессиях, на показах шапо, многих других совершенно фееричных событиях, которые Ирина постоянно устраивает. И, конечно, на всех этих мероприятиях участвуют и мастера, создающие прекрасные модные коллекции, и модели, которые выходят на подиум в этих роскошных нарядах. И вот Ирина Суханова такой уникальный мастер. Она создает совершенно невероятные вечерние платья. И наше знакомство с Ириной Сухановой, как я уже сказала, состоялось благодаря Ирине Гончаровой. Но это было не совсем обычное знакомство, потому что сначала я влюбилась в ее платье на показах. Такой шляпе. Ирина очень любит корсеты, поэтому каждое ее платье роскошное, женственное, совершенно фееричное и просто сказочное. Такие платья из каждой девушки, из каждой женщины делают принцессу, королеву. Меняется осанка, меняется взгляд, случается настоящее чудо преображения. И коллекции Ирины всегда узнаваемы, потому что они просто лучшие, они поражают воображение. И, конечно, мне было очень интересно познакомиться с самим мастером, который создает такие волшебные наряды. И вот на очередной феерии Ирины Гончаровой это случилось. Мы познакомились лично. И знаете, я была совершенно очарована женственностью, интеллигентностью, какой-то невероятной лучистостью, которая исходила от Ирины Сухановой. Неизменно грациозная, изысканная, утонченная, такая аристократичная и вместе с тем очень-очень деликатная и где-то даже ранимая. Ирина очень тонко чувствующий человек, тонко чувствующий жизнь и красоту. Вот послушайте, какое желание она себе загадала на теперь уже прошедший 2021 год. У меня пожелание для себя. Мне очень хочется в следующем году перестать, наконец, стесняться, поверить в себя и адекватно оценивать свою работу. Мне бы это очень помогло. Поэтому сладкий пончик. Пусть сбудется. Неожиданно, правда? Глядя на Ирину, никогда не скажешь, что она неуверенный в себе человек, потому что она просто излучает уверенность. В ней чувствуется такой внутренний стержень, и вместе с тем вот такой она нежный и трепетный цветок. Я очень благодарна 2021 году, в том числе и за новые встречи с прекрасными творческими людьми. И Ирина Суханова одна из них. С Ириной мы много общались и здорово подружились за этот год. Она предоставляла свои шикарные платья для съемок нашего народного YouTube-сериала «Сокровища Леди Белль». Она даже сама участвовала в съемках двух серий этого нашего кино. Для нашей 10-й серии «Назад в будущее» Ирина предложила 4 роскошные платья для съемок. Это платье из ее коллекции «Инотека». А еще она сама сыграла роль королевы Таамак с планеты Эпсилон Тукана в этой серии. Она была в образе такого звездного бело-голубого облака, сшитого из серебристо-голубой парчи и белой органзы. Этот наряд называется «Бомбей Сапфир». И эту серию мы снимали на нашей выставке картин, которая тогда проходила в Сколково. А следом за этим, в 11-й серии, которую мы снимали на нашей выставке в Пушкинской библиотеке, Ирина сыграла роль Натальи Гончаровой, тоже в созданном своими руками прекрасном платье, как раз под стать пушкинскому веку.
потом еще на финисаже в Пушкинской библиотеке Ирина показала мастер-класс, как стать моделью подиума и как эффектно получаться на фотографиях. И когда мы, собственно, выходим на подиум, служебный роман все смотрели, да? Как хиджаб говорит, вот все скукожатся, все завяжутся. Это не наша история. Наша история – походка свободная, от бедра. Здесь все свободно. Несколько приемов. Очень некрасиво, когда ноги вот так. Мы становимся толще. Да? Вот когда. Поэтому в любой точке, да, ножки у нас очень красивые, очень эффектные, чтобы они стояли по одной линии. Представьте, что вы идете по досочке или по канату, кому что ближе. Да? Ножки ставятся одна перед другой. Одна перед другой. Свободно. Как Ахиджатов рассказывал, от бедра. Но главное, и тогда вас фотограф всегда поймает так, что ноги у вас всегда будут, бедра будут красиво выглядеть. Мы встаем к фотографу, допустим, фотограф точно у меня по подиуму. Поворачиваемся к нему в три четверти, а плечи разворачиваем вот так. И тогда вот здесь становится в профиль, а здесь становится анфас. И получается вполне себе замечательная фотография. И вот буквально недавно вышла очередная, 12-я серия нашего сериала с рассказом про люневильскую вышивку, которую Ирина Суханова недавно освоила и сейчас активно использует, чтобы создавать еще более красивые платья, украшенные вот такими изысканными деталями. И для съемок этой серии один наряд предоставила Ирина Гончарова, а второй наряд – Ирина Суханова. И у нас получилось не только снять кино, но и устроить шикарную фотосессию для девчонок в роскошных нарядах галантной эпохи. Невероятный, просто невероятный полет фантазии Ирины, который она мастерски воплощает в своих вечерних платьях. И сегодня я рада представить вашему вниманию интервью с Ириной Сухановой, которое я снимала в ее творческой мастерской. Некоторые кадры из этого интервью уже попали в наше кино, но сегодня я хочу вам показать полную версию, а разговор у нас получился очень интересный и увлекательный. Я как завороженная слушала рассказы Ирины в ее «Святая святых» мастерской мастера. Но прежде я хочу сделать небольшой сюрприз для Ирины, надеюсь, она улыбнется, когда будет смотреть эту часть видео. Несколько теплых слов для Ирины Сухановой от другого мастера, ее подруги по иголочке Ирины Гончаровой. С Ирой я знакома 3 года. Это очень надежный, верный товарищ и друг. Для меня это качество имеет колоссальное значение. Она деликатна, очень хорошо воспитана. Никогда не позволит себе ни одного неосторожного слова. И в то же время у нее всегда и на все есть свое собственное мнение, которое она очень четко отстаивает. Редкий человек в наше время, на которого можно положиться, пунктуальный, четкий. Мастер золотой. Как она обрабатывает свои платья внутри и снаружи. Тонкое чувство вкуса, стиля, цвета. Благодарю небо за такой подарок. Такой человек рядом со мной. Спасибо судьбе. А об остальном пусть расскажет сама Ирина. Итак, встречайте. Интервью с дизайнером вечернего платья Ириной Сухановой «10 вопросов мастеру» от Светланы Диановой. Записано в творческой мастерской Ирины 19 сентября 2021 года. Я все время сначала делаю лекало, а потом уже по лекалу. Красивое платье. Ну, пока суть, это только красивая всему... выкройка. Нет, я просто смотрю, тут вставочки у тебя будут. Ну, да. Прям. Ревчики.
Да, выточки тут. Кокеточка. Кокеточка будет. Все как положено. Все непросто. О, красота какая. Утюжок 9, тут профессиональный 84. Стоит. 9,84. Ну, почти 10. Ну, почти попало даже. 2 миллиметра. Можем все убирать. Находимся в творческой мастерской мастера. Да. Ирочка, какая у тебя прекрасная мастерская. Да, да, здесь живет моя душа. Твоя душа, твои идеи, да. Твои выкройки. Мои выкройки, мои лекала, мои мысли. И у меня много еще всяких. Много чего у тебя тут живет. Я смотрю, такое огромное количество всяких коробочек. Нитки, ленты, тесьма. Вот мастер. Бусы, кружево, отделка. Бика косая, пайетки. Да, вот манекен я вижу. Это, наверное, шляпку ты делаешь, да? На такие это для вот шляпок. Для шляпок. Да. Ой. А еще, вот отрада глаз-то. Ну, это мама. Вышивки. Это же вышивки. Да. Замечательные, совершенно потрясающие. Мамочка. Мама вышивает и мне дарит, потому что я здесь готова ее вышивками все стены завесить, естественно. Ира, скажи, а любовь у тебя вот к твоему творчеству от мамы? Вообще мама привела тебе? Я так понимаю, что мама у тебя рукодельница. Мама рукодельница, мама в свое время шила, бабушка шила. У тебя династия. И даже прабабушка моя была белошвейкой. Белошвейкой? Шила, да, вышивка по белью. Поэтому жалко только, что я не сразу это поняла. Вот. Потому что стране нужны были не портные, а инженеры. Инженеры. И ты стала инженером? Я стала инженером, я закончила Московский авиационный институт. Да. Но сейчас мне это очень помогает, потому что любые расчеты... Любые объемные представления, любые идеи, как воплотить инженерные мысли, очень помогают. Вот. Надо же. Да. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? И вот в 50 лет я решила, что уже можно себе позволить делать то, что я люблю. Да, для души. Да. Для души. А здесь у меня живут твои эскизы. Так, дай-ка я к тебе сейчас подойду вот так, чтобы мы... Они, понимаешь, живут своей жизнью. Ирочка, а ты хорошо рисуешь. Да что ты, я рисую, это ж куколки. Ну как куколки, тоже попробуй нарисуй. Мысли всякие приходят. Это вот не это, не то платье, которое ты сейчас краешь. Это платье уже сшито и отдано, а это будет похожее. Потому что я смотрю, судя по вот этим вот вставкам, кокетки. Вставочки, кокеточки, рельефы, да, очень похожие, красивые со шлейфом платье. Ну, я хочу тебе сказать, что все твои модели, они очень женственные. Да, люблю. Ты прям вот такие женственные образы, у тебя текучее все. Все подчеркивает фигуру, подчеркивает женственность. Вот это так чувствуется во всех твоих моделях, которые я видела до сих пор. Ира Суханова, сшили
пожалуйста, такой красивый платье. Спасибо. У меня сейчас возникло желание сделать много-много платьев с большими-большими юбками. Ух ты. Чтобы юбки были и с цветами, и с воланами, и такие... с тяжелыми складками, с шифоновыми складками, так что. Это для какой-то коллекции ты такое задумала? Да, да. Потому что уже хочется чего-то. С одной стороны, хочется чего-то новенького, а с другой стороны, я поняла, что наши женщины, вот они обделены этим. Обделены красивыми тонкими талиями. Не потому, что у них талии нет, а потому что платьев нет таких, которые подчеркивают фигурки, подчеркивают длинные шлейфы, чтобы можно было себя почувствовать, ну, не Золушкой, ну, красавицей, королевой. А где мы еще? Больше негде. Метро не поездишь. Так что благодаря проекту «Народный карнавал» вот вышло мое. Появилась возможность делать такие вещи и показывать их, и надевать на наших замечательных моделей. Вот только настоящая женщина поймет всех остальных женщин. Да, да. И что на самом деле, чего хотят женщины, что им нужно? Женщинам нужно быть красивым, причем даже не для кого-то, для себя. В первую очередь, конечно. Самый прекрасный момент вот в моем творчестве, это когда женщина первый раз надевает платье, оно даже еще не очень готовое, в нем, но она его надевает на себя и делает так. И все. Я считаю, что значит мы идем по правильному пути, и она довольна. Тебе важно видеть вот эту реакцию, эмоцию вот эту? Мне очень важно. Очень важно. Мне очень важно. Я тут свои некоторые платья решила продать, потому что отдать в хорошие руки. И меня все спрашивают, ну как же тебе не жалко? Да. Вот, ну неужели тебе не жалко? Вот мне не жалко. Мне жалко, когда они лежат в коробках, их никто не носит, их никто не показывает, и они грустят. Поэтому я их, ну, практически, можно сказать, дарю, потому что я их продаю по цене материалов, которые на них затрачены. Вот. И мне жалко, когда они лежат, и мне очень радостно, когда их надевают и преображаются. И каждое платье, вот оно на разных девушках смотрится по-разному. Да. И даже не всегда узнаешь. Вот женщина преображается, и платье преображается. Всегда модель вкладывает свою душу в
платье, и поэтому, когда ты его видишь на подиуме или да, там, на танцполе или где-то, не всегда даже узнаешь. Потому что человек преображает твою работу, и она становится, да. Наверное, это так же, как с запахами, да? Когда по парфюм, он тоже на разных людях по-разному пахнет. Да, а еще я бы это сравнила вот с картинами. Вот, например, те же ваши вышитые картины, когда на них по-разному падает свет. Точно, вот да. Упал свет с этой стороны, выделяет что-то одно, упал с другого источника, выделяет что-то другое. И в целом картина получается как бы все время немножко разная. Вот, ну а платье уж само собой. На всех женщинах по-разному. С настроением. Со шляпками. Кстати, по поводу картин. У нас тут недавно проходила выставка «Международный салон искусств Арстера» в Даниловском ивент-холле. Да. В сентябре она проходила, с 9 по 12, всю 4 дня шел этот салон. Представляю, как это было красиво. Да, очень жалко, конечно, что ты не попала, очень тебя ждать. Я получила приглашение, да. Большое спасибо за приглашение. Ну, так, тебе бы там точно понравилось, потому что это творческое пространство, где очень много идей, очень много художников, да, вот художников самых разных направлений. Вообще много мастеров. И они обмениваются. Обмениваются, да. Друг друга взаимно обогащают. Вот такие выставки, салоны, они всегда очень классные именно с этой точки зрения, что даже, да, интересно поговорить и с посетителями, но еще интереснее, наверное, обменяться какими-то мнениями, впечатлениями друг с другом. Мастерам интересно. Да. Вот, и вот у нас там была наша экспозиция вышитых картин. Мы их назвали в этот раз «Современный гобелен». Это с легкой руки Натальи Голицыной, она дала такое имя. Да, это вот такой современный гобелен. Это живопись нитка. Такое название. Да, неожиданное сочетание. Гобелен – старинное искусство, да? Да. И такое словосочетание. Ну, как бы современное, потому что создавать вот вышитые картины такой сложности, да, и такой точности, точно повторяющие оригинальные произведения, написанные там мастерами живописи, стало возможно только сейчас. В наше время, когда есть современные технологии и специальные программы, которые помогают создавать. Разложить это. Да, совершенно верно. Поэтому современный гобелен. Ну, может быть, мы еще думаем над окончательным названием. Но мне кажется, оно соединяет и вот некую ниточку в прошлую, традицию. И новое, да, новое какое-то что-то, новый взгляд на все это. И вот ты знаешь, на этой выставке приехала одна из наших мастериц вышивки. Мы с ней общались до этого заочно, ну вот знали друг друга по социальным сетям, а тут мы вот так полноценно провели фактически полдня на нашей выставке, очень было интересно, ходили, обменивались впечатлениями, и она встала перед, помнишь, картину у нас есть «Маркиза за вышиванием»? Да. Очень красивая, которая тебе нежная, понравилась, мне очень я помню. Да. И она так тоже стоит перед ней и говорит, как интересно, говорит, какая странная техника вышивки. Знаешь, что она делает? И что? Она делает люминистскую вышивку, используя специальный крючок люминистский. Вышивает она так называемым тамбурным стежком. Как интересно. И я вспомнила про тебя тут же, потому что я помню, как ты рассказывала про люневильскую вышивку. А это именно то, чем занимается вот эта маркиза 17 века, да? Да, это мое одно из моих новых увлечений, потому что люневильская вышивка, она имеет не только эстетическое значение, но она даже имеет и прикладное значение, потому что любое платье, украшенное люневильской вышивкой, оно совсем по-другому выглядит, оно совсем по-другому играет. И то, что я видела, это вышивка всяких похвал. Потрясающе. Шедевр. Да, посмотрим. Стрим бы нам надо это посмотреть. Что за зверь такой, люневильская вышивка? Сейчас я про нее слышала, но никогда не видела. Сейчас я покажу. В
Вообще ленивийская вышивка, вышивкой называется довольно условно, скорее это вязание. Вязание, потому что крючок там используется. И каждая бусинка, каждая бисеринка, она привязывается к сетке. Вот, специальным Покажи, образом. Покажи, что за звери-то используются вот для это этого. Вот, называется люневильский крючок. Люневильский. Они бывают очень разные. Они бывают с какими-то перемычками, с какими-то... Ну, каждый мастер выбирает для себя. У него на кончике какой-то заостренный кончик. У него заостренный кончик, но даже здесь дело не в этом. Его особенность в том, что он немножко похож на рыболовный крючок. То есть вот так и вот так. Ага. Для того, чтобы не, когда мы протыкаем, ткань, чтобы не сильно цеплялась за ткань, чтобы она так вот скользила. И вот это вот. Да. Вот можно покрупнее рассмотреть. Вот, но это, конечно, такое для крупной. Но идея та же самая. Вот крючок. Так. Только покрупнее. А, то есть то же самое. То же самое. Так же, как и в крючках обычных, есть номера, есть да? Там 3, 3,5, да. вот это. Да. И тут тоже есть. Вот ну, это, конечно, для очень крупных каких-то вещей. Не часто использую, в основном более тоненькие. Но для того, чтобы понять. Если сеточка крупная, то вот можно использовать. Ну, он похож на обычный вязальный крючок. Похож. Только чуть-чуть поднутренная у него вот это вот цевьё, как бы чуть-чуть забрано. И он более острый на кончике, именно для того, чтобы протыкать. Протыкать. Потому что для вязания мы используем, там не нужна острота, да? Да. Наоборот, закруглённая, чтобы она скользила. И не цепляла шерсть. Да. Да. А здесь получается... А здесь сделано, потому что ленивийская вышивка делается не только по сетке, но и по тонким тканям, и по батисту делается, и по каким-то переплетениям. Совсем тончайшие. Да, ну это пока у нас ещё впереди. Кто тебя научил этому мастерству? Ютуб. Серьезно? Ну, первый раз я увидела на Ютубе, а потом я пошла на курсы к мастеру. А, вот. все-таки мастер. Онлайн. Курсы, да, посмотрела, потому что мне очень нравится. Вот, собственно, разные виды бисера. Ух ты! Вот, например, ой, сейчас. Ну это прям вечерние. Да. Бисер-то, да. Бусины вечерние. Да. Все вот, как например, на подбор. Ух ты. Так, а какой, это? Прошу прощения. Это вот рюмка такая. А, это типа стеклярус такой, типа да? Типа стеклярус, только короткая. Да? И это то, что получается вот, из этого? Ну, это одна из самых простых, конечно, техник. Вот, боже получается мой. Вот такая вот история. Можно на поясок, можно на воротничок. Это такая вот, получается, мягкая. Такая тяжеленькая. Увесистая такая, да. И она очень чувствуется, украшает прям. Любую. Да, вот если, например, у нас есть поясочек. Ну, поясок и поясок. Поясок. Ничего особенного. Да. Но когда мы положим сюда вот такую вот красоту. Это уже, уже вечерний туалет получается. Ирочка, вот. У меня к тебе сразу вопрос. Вот ты делаешь отдельно вот эти вот люневильские заготовки и потом нашиваешь их на предметы уже одежды? Или мы можем взять, допустим, готовое какое-то платье и украсить вот такими элементами с люневильской вышивкой? Как это делается? Самый простой вариант, конечно, на раме, на сетке делаются. Если платье уже готово, то вышиваются мотивы, потом они вырезаются очень тоненько и аккуратно подшиваются вручную. То есть сверху ты как бы накладываешь этот узор, да? Но, вот этот рисунок. Но люневильская вышивка позволяет делать, если у нас платье с эффектом обнаженного тела, то вышивать прямо на крое, на рукаве, на кокетке. То есть ставится, и ты вышиваешь, вырезаешь, и потом ставишь это как рукав. Получается вышитый вот рукав, как. И потом уже шьешь из этого. Да. То есть сначала у тебя заготовка, деталь, она уже с элементами вот этой вышивки. То есть, почему я говорю, если платье готово, то уже только так, его на раму не натянешь. Да. А если платье в работе, к нему есть там какое-то красивое, воротнички делают, вот особенно невесты любят по спинке такие очень красиво. Блестящие. Вот, так что да, в основном красивее всего получается, когда на детали кроя
вышиваешь и потом это уже ставишь в платье. Потому что лекало обычно строится очень точно, ничего не висит, не болтается, и рукав получается. Все по фигуре и все облегает. Да, это очень красиво. Очень красиво. Ну, вот да. Это потрясающе. Да. А вот это, то есть получается, вот ткань как гипюр, да? Вот это какой? Фатин. Фатин называется. На разные сетки можно вышивать, но по цвету черный вот был фатин. Поэтому я взяла черную. То есть сетку. Это сетка, такая вот прозрачная ткань, как сеть, ну, сетчатая. Сетка. Фактически это сетчатая ткань. Просто она должна иметь определенные условия, чтобы она не сильно растягивалась, там не сильно. И ты вот этим крючочком, то есть крючочек у тебя должен проходить в бусины? Нет. Или нет? Нет, он должен проходить вот в сеточку. В сеточку. А как же ты закрепляешь тогда бусинку? Секрет? Нет, это не секрет, просто долго рассказывать. Сначала бусины набираются на ниточку. Так. Так берется такая вот иголочка. А, бусинки набираются на ниточку. А это специальная иголочка для набора, да, бусинок? Да, ну, чтобы не тыкать каждую. Да, да, да. Вот, она такая у меня уже видавшие виды, потому что всякие с ней приходят. Видно, что с ней работать, да. Боевая иголочка. Да. Вот, а потом ты крючком просто подвязываешь эти бусинки, каждую бусинку подвязываешь к. Ну, сейчас Вплетаешь, получается. Да. Вот. Ну, а потом можно дополнять уже. И вот эта маркиза, которая сидит за нашим привычным для нас вышивальным станком. Очень красивый станок, надо сказать, он там королевский, там со всякой там золотой инкрустацией, но. При этом она действительно, у нее крючок. У нее крючок, и она его держит вот так. Не как иголочку, она держит его как ручку. И она делает как раз эту люневильскую вышивку. Удивительно. Я, правда, не знала. И пока я не увидела эту картину, я не знала, что вот традиции люневильской вышивки такие долгие. Долгие, да. Вот, что это так давно. Я думала, это такое изобретение, нашего века. И называется этот шов, как-то он называется? Тамбурный шов или люневильская вышивка. Цепной как-то еще называют. Цепной шов, что-то такое. Это то же самое, тамбурный цепной шов, но это немножко разная технология. То есть тамбурная вышивка делается чуть-чуть по-другому. Вот, в принципе, результат получается один и тот же, но просто иногда удобнее бусинку подавать снизу, иногда сверху. Просто долго рассказывать могу, боюсь, что вы соскучитесь. А где твой станок? Станок сейчас нет. Нет здесь, станка. Да, потому что это большая рама. Большая. Специально мне муж сделал большую раму, чтобы можно было вышивать детали юбки длинные. Длинные. Мне например, вот на такое платье, вот идет платье, и в него можно вставить клин полностью вышитый ленивейской вышивкой. И поэтому рамы нужны большие. Сейчас она у меня в другом месте. У тебя больше метра рамы, наверное, да? Метр двадцать. Это очень большая. А по ширине где-то, наверное, 45-50. Я бы хотела и больше, но иначе не дотянешься. Не дотянешься уже, да. Да. Это уже тут удобство. Но смотри, тут особенность. Поправь меня, если я не права, это сейчас даже для себя мне интересно. Ты когда на раму, потому что мы когда канву натягиваем на раму, мы можем ее подкручивать, подворачивать, но здесь у тебя должна быть вся поверхность, не подкручена, не подвернута, а должна быть вся перед глазами. Так получается? Да. Когда бывают очень сложные моменты, когда, например, очень длинный шлейф, и он вышит, и 1.20 м тогда не хватает, там шлейф бывает и 1.60 м. И вот сложно, когда приходится всю вышивку снимать, заново ее запяливать в раму и ловить вот эти ниточки, рисунок, который ушел из-за рамы. Так что нет, вот здесь прям натягивается и вышивается полностью. Сшить, надеть и красоваться. И чтоб ходить. Да. И чтоб было красиво. Боже, но я сейчас упаду в обморок от такой красоты. Да, когда я увидела, что можно вот такие корсеты, это вот украшено ленивейской вышивкой. В вышивке используются и ленты стразовые, и стеклянные. Боже, какая красота! И, конечно, когда я увидела... Я знаю твою любовь к корсетам. Да, люблю. Вот эта шнуровка, которую кроме Иры никто не зашнурует. Да, мне очень понравилось то, что корсет, конечно, из обыкновенной, безусловно, изящной вещицы,
Вот, он приобретает такое некое богатство. Да. Потому что... И тут еще как будто, как подвесочка, да, как будто смотрится. Да. Это конечно, это самое такое творческое, творческий момент в пошиве свадебных вечерних платьев. Ты занимаешься украшением и вот. Да. Выглядит это хорошо. Ритка, сколько у тебя времени уходит, вот, допустим, вот, чтобы создать такой корсет, вышитый вот со всеми этими разнообразными стразами и всем-всем-всем? Ну, во-первых, я вот еще хочу продемонстрировать, что я люблю очень красивую изнаночку, да, чтобы она была такая прямо душевная. Идеальная. Угу. А вот клеймо мастера. Ну, как же. Панты дороже денег. На пупочке. Да. Где-то в районе. Там, где не мешает. Там, где не мешает. Там, где не мешает. Обычно некоторые мастера ставят на спинку, но на спинке, во-первых, она прозрачная, а во-вторых, она может царапать. Ставлю там, где не мешает. Чтобы пошить такой корсет, там основная сложность в его правильном конструировании, потому что корсет должен быть сшит на хозяйку. Вот. И тогда он удобный, и тогда в нем можно петь, танцевать и все, потому что если корсет не по размеру, он начинает сдавливать ребра, он начинает, в общем, он становится неудобным. Вот. Но в целом такой корсет без вышивки можно построить и собрать где-то за, ну, 2 дня приблизительно, и где-то около недели уходит вот на такую вышивку. То есть это, ну, рабочие недели, 5 дней по 8 часов. Да. Вот. В принципе, имея технологии пошить корсет, вот если прямо торопиться, можно вот за 2-3 дня. Но вышивка, да. Вышивка декорирование занимает много. Скажи, да. А вот мотивы для своих узоров ты где-то берешь или ты сама их придумываешь? К сожалению, не получается. Я бы и взяла бы готовый узор, да, и поставила, потому что рисую я не очень хорошо. Вот. Но на один корсет нужен маленький мотив, на другой большой. Надо, чтобы здесь он лег правильно. Поэтому беру какие-то идеи и перерисовываю. Или элементы берешь, но... Элементы, да, и перерисовываю для конкретного корсета. Потому что вот здесь, например, здесь вот я вижу то ли какой-то праздничный букет, то ли какая-то такая ваза. Не знаю даже, вот какие-то ассоциации такие приходят в голову, да? А потом... Колье, да, вот это вот просто как бы уже колье на корсете получается такое. Да. Ну, еще так как мы люди творческие, то иногда бывает так, что ты рисуешь один рисунок, а в процессе, а потом крючок говорит, что надо тут уже добавить вот чего-нибудь блестящего или наоборот чего-нибудь матового, чтобы было по-другому, не так, как ты задумала заранее. А вот здесь получается, что ты сначала вот эта лента, да, вот такая лента, атласная лента. Это обработка корсета обрабатывается с изнаночки. Ну, ты сначала на ленту вот эти вот... Ну, это стразовая лента, это готовая. Просто изначально этот корсет был под юбочку. Все, поняла. А потом я решила сделать его сверху, ну и низ надо было украсить просто стразами. Здесь это не самое сложное. Красота. Вот, но красиво. Очень вот, красиво. Нам всем очень нравится, когда красиво. Конечно. Вот. Все же девочки. Мы девочки. Девочки такие девочки всегда. Да, да, да. Всегда и такие прямо девочки. Все, сколько бы лет не было, какого бы размера ни была девочка, но все равно, когда она надевает такую вещь, она прям вот прям в ней просыпается такая принцесса красота. Принцесса такая, да. Принцессочка. И прямо эта энергия, я ее чувствую и очень люблю. Вот. Здорово. Ирочка, а есть у тебя еще какие-то уже готовые платья с вот этой вот... Сейчас нет. Сейчас уже нет. Они разошлись по хозяевкам. Меня просто сразило на повал платье, которое было вот на недавнем показе театра Шапо. Вот плечо. С эполетом. С эполетом. Да. Платье Ирина Суханова. Главные уборы Светлана Кварта. Коллекция «Встречай Венеция». Последняя номинация в номинации «Гламур». Мастер платья Ирина Суханова. Шляпа Светлана Кварта. Ирина Суханова, господа! Я
Я когда его увидела, и ты еще показывала в процесс, что ты как-то это делаешь. Да, да, там есть вот... это. Оставила, ну, хозяйка платья разрешила сделать, выложить процесс, потому что она очень хорошая моя приятельница, она понимает, как для меня это важно. Да. И поэтому я ей отправляла, я, так, чтобы она видела, потому что... моя цель шить такие платья вообще без примерок. То есть девочка приезжает ко мне, мы снимаем мерки. Прям вот. Да, и потом она получает готовое платье. В режиме онлайн фактически. Фактически, да. Ну, пандемия внесла тут свои коррективы, что они. Ну, поэтому количество примерок мы прямо сокращаем. Вот. Но это платье я ей показывала, какие кусочки получились, какая вышивка получилась, какое... и у меня это осталось. Остались фотографии, и мы с ней посмотрим, как у нас. Хорошо. Мы вместе с ней работали, вместе думали, как это должно быть. Она тоже дизайнер платья? Нет, она стилист. А, стилист. Да, и поэтому мы с ней такое... Чувство прекрасного у вас, да. И с одной стороны, она мне... как-то очень доверяет, потому что она понимает, да, что мы можем еще сделать. А с другой стороны, мне не приходится сильно напрягаться, потому что она, мы с ней чувствуем одинаково, и что нравится мне, то нравится ей. Вот. И сейчас еще у меня в работе есть одно платье. Какая ты потрясающая. Так, что ты тут тоже замыслила? Здесь пока ничего, это пока такого, макет. Да? Я хочу показать вот это. В работе практически уже закончено, но мне очень нравится здесь. Ух ты! Здесь корсетик. О. Вот. Здесь в этом платье мне очень нравится наша идея с пуговками. Потому что здесь на спинке... Боже, как изысканно! Да, все. Как изысканно! И до конца юбочки... Прям до пола? Да. Прям до пола. Пуговки. Боже, это как, знаешь, как стрелка на чулке сзади. Да. Прям во всю. И да. Не только. Мы же все прекрасно знаем, что самой себе застегнуть такое платье невозможно. Угу. Женщина, которая надевает платье с застежечкой по спине, она дает всем понять, что у нее есть кому утром одеть и вечером расстегнуть. Потому что ты сама не справишься. Вот. Поэтому, конечно, это платье не для каждого дня, да, для вечернего выхода, но это заявка, когда застежка на спине, это заявка. Я вот люблю так. Да. Потому что, по большому счету, шить красивое платье – это долго и сложно, его можно купить. И мы никогда не сможем конкурировать по ценам и срокам даже с готовым платьем. Но... девушка, которая заказывает платье, мастер, который шьет, они вкладывают в это столько разных штучек, что платье получается совсем другое. Например, ходят слухи, что в свадебное платье Меган Маркл был вшит кусочек ее голубого платья, в котором она первый раз была на свидании с принцем Гарри. И вот мне кажется, что... У нас тут тоже свои секретики есть, я уж не буду рассказывать. В каждом платье, которое я делаю, там обязательно есть какой-нибудь секретик. Это может быть записка, которую в тебя кинул на соседней парте мальчик, или это может быть цветочек, который он подарил. Этого в готовом платье вы никогда не увидите. Вот. У тебя в каждом платье изюминка, да, своя, должны, да? Должны быть секретики. Ну, а иначе зачем? Иначе неинтересно. Конечно, да, конечно. Поэтому должно быть интересно. И тогда нам интересно, платьям интересно. Они тоже очень любят, когда у них секретики. Конечно, очень. По-другому себя, да, несут. Они несут себя, да, по-другому. Они живые, они договариваются. Угу. Вот. Поэтому у нас у девочек секретики. Ирочка, какая же ты чудесная. Я просто, по счастью, получила возможность, благодаря даже поддержке моего нынешнего мужа, я наконец-то получила возможность заниматься тем, чем я хочу заниматься. И мне никто не говорит, что я занимаюсь ерундой. А это так важно, это когда очень тебя поддерживают. Вот. Поэтому можно поговорить и о секретиках, и поработать. Вот пол восьмого.
Вот. А мы дома, воскресенье, а мы? Да. А мы о секретиках. А мы о секретиках. И глаза блестят. Конечно. Конечно, блестят. Свять, ну мы-то знаем с тобой. Вот. Потому что, ну, дворянских собраний у нас нет, в метро в таких платьях мы не ездим, а юбилей у нас бывает нечасто. Ира, а дворянское собрание пойдешь? Если позовут. У меня есть что надеть. Ой, а вот это твоя машинка. Да, это же моя новая помощница. Новая? Боже мой, я тебя поздравляю. Я так долго ее представляю, что это значит для мастера. И какая она крутая. Да, она крутая. Педалька электрическая. Вот здесь сантиметр, да, и дюймы, и сантиметры. Да. И вот она какая распрекрасная. Очень мне нравится, несмотря на то, что я не использую ее на максимальных скоростях, она очень много с меня сняла черновых операций, и все получается комфортно, радостно, и не устает стена. Вот. Потому что, вот видишь, что я сделала? Стол нормальный, вот на таком уровне. Да. А я ее настроила на свой рост. А ее можно настроить так, как удобнее. Конечно, в том-то все и дело, поэтому мы с ней вот дружимся. Как это важно. У меня всего еще только неделя. Как это важно. Ну, ты ее уже... Да, мы вообще с ней уже подружились, я ее обожаю. Тут какие-то разные программы у нее, да? Да. Всевозможные. Да, она очень настраивается хорошо, она очень послушная. Класс, дай бог, это просто, я представляю. Она мне еще и разговаривает. Серьезно? Что говорит? Сейчас покажу. Показать? Давай, конечно. Что, правда разговаривает? Ага. Сейчас вот сюда смотри. Здравствуйте, мы рады представить вам машину Джек. Желаем вам приятной работы. Вот. А чай, кофе не наливает? Для этого у меня есть другая машина. Это делает идеально прямую, красивую, ровную строчку. Да, поэтому она... Самое главное. Да, чудушка. Чудушка. Как ты ее назвала? Пока никак. Будет у нее имя? А они у меня все по номерам называются. Подожди, это оверлок у тебя? Это оверлок, да. Это тоже моя помощница любимая. Это машина бытовая. Но в ней применены тоже технологии промышленных машин, поэтому у нее качественные петли, качественно делаются аппликации, вышивки. То есть это тоже уже любовь. Ир, какое-нибудь пожелание женщинам у тебя есть? Да. Твое специальное? Да. Любите себя и не забывайте, что красивые платья придуманы именно для нас. И когда нам хочется изменить свою жизнь, надо шить красивое платье. И тогда обязательно найдется повод его надеть. Любить себя. Ир, я бы тебя слушала, и ты как кот баюн, понимаешь? Да не говори. Я очень рада, что ты приехала и выслушала меня. У меня прям я уже всем надоела. Нет, Ирка, у меня прям слезы на глаза наворачиваются. Дорогие, я тебя слушаю, ты меня так растрогала. Такая ты умница, такие правильные ты вещи говоришь. Я шагнула на корабль, а корабль отказался из газеты вчерашней.
Хочу всем пожелать здоровья, добра и счастья. И пусть ваши таланты расцветают. Дарите ваш талант людям, потому что талант – это ваша наиболее яркая способность, которая дается вам для того, чтобы Богу тоже было с вами интересно. Если у вас есть к чему-то талант, вы просто обязаны этим заниматься. Еще раз всем добра и счастья. Всех благодарю. А с вами была Светлана Дианова на канале Бэй, посвященному проекту «Дари и Бэй» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч! Макет тебя. Это просто. Это просто. Да, это просто. Ниточки тут. Ирочка, это ты? Это я. Это фотография. Вот в этом корсете, который мы с тобой рассматривали. Правда? Слушай, как я узрела. А, нет, Свет, прошу прощения. Нет, а похож. Это другой корсет. А похож. Это погиб уже. Да. В смысле погиб? Ну, куда погиб? Совсем погиб. Его надевали на фигуру неподходящую, девочка. А так как он сделан очень тонко, то конечно. Его легче снова, чем восстанавливать. Это вот работа фотографа Оли Кузнецовой. Вот. Оля, да. Которая снимает эшапо тоже. Да. Она такая чудесная, поэтому Оленька. Поэтому здесь мы с ней вместе поработали. Какая классная. Да. Красотка. Любим тоже с ней работать. Потому что тоже чувствуем куражимся. Ну, Ир, потому что ты волшебница, наверное. Да. Всем соловьем. Да. Прям надеваем. Угу. Да, и вот. И снежки. И лепим снежки. И снежки. Ой, а какие, боже мой. Мы же что ж, для себя же. Да. Вот так. Прелесть какая. Ируся. Пяу.